Доброго времени суток всем, добрые наши волшебники, гости канала, зрители, моя такая большая дружная семья, новые подписчики. С вами, как всегда, волонтер бездомных животных и приют «Твори добро» Наталья. Вчера, буквально в 9 часу вечера, мне пришло смс на ВКонтакте, где писала девушка, когда-то я уже спасала ихнего щенка года 2 назад, и вот она вспомнила обо мне, решила обратиться и попросила помощи. К ним, к работе, приполз щенок, девочка. Этих щенков подкинули, она сказала, где-то около месяца назад. Позавчера все было прекрасно, хорошо, щенок бегал, резвился, а вчера, к сожалению, она уже поздно вечером приползла вот в таком состоянии. Но я думаю, что там, скорее всего, погрызли ее сородичи, одну лапу прогрызли полностью, а вторую, наверное, все-таки при передвижении она ее так стерла все до кости, уже прям там косточка торчит. Девочку назвали Василиса. Девочке где-то приблизительно 3,5 месяца. Шансы на полноценную жизнь у нас, как всегда, есть. А с доктором, с нашим, с Николаем Николаевичем, мы сразу были экстренно на связи. С заведующей, с замзаведующей клиники, с Тамарой Михайловной. То есть все в курсе, все нас ждут. Первичные обработки, естественно, я сделала, уколола, наколола, обработала. Вот. Девочка не стоит на обоих лапках, то есть сейчас надо делать снимки. Я думаю, что, скорее всего, мы будем делать МРТ, потому что вчера, кому я скинула в WhatsApp, многим напомнила ситуация с Максимом. Вот. Это что-то, да, похожее на это, поэтому я думаю, что лечение будет длительное, долгое. Но она еще ребенок. Посмотрите в эти глаза. Смотрите в глаза Василисы. Василиса, я тебе обещала, что следующую спасенную нами собачку я назову в честь тебя. Ты большая умница. Вот. А сейчас моя большая такая дружная семья. Я обращаюсь к вам. Кто не знает, Василиса – это девочка, у которой есть уже свой канал. И она с мамой спасает тоже животных. «Наши хвостики» называется. И сейчас мое обращение к вам. Мое обращение к вам. Василиса борется за жизнь. Василиса просит у вас вашей помощи. Вот, к сожалению, вот так у нас это происходит, да. И я, моя такая большая дружная семья, я тоже обращаюсь к вам. Я понимаю, что сейчас будет очень долгий, длительный процесс. У ребенка достаточно все очень плохо с одной лапой. Я думаю, что мы приложим все усилия, чтобы спасти ей лапки, чтобы она осталась полноценной у нас девочкой. Но без вашей помощи я не справлюсь. Я не справлюсь без вашей помощи, без вашей поддержки, без вашей финансовой помощи. Моя такая большая дружная семья. Прошу вас в очередной раз, давайте откроем сердца и поможем этому милому ребенку жить и радовать нас дальше. Посмотрите в эти глазки. Она же еще совсем-совсем ребенок. Она тоже просит у вас помощи. Простите за сумбур, просто, ну, как бы неожиданно все так получилось. Думала, может, конец года как-то будет поспокойней, но нет, к сожалению. Спокойная жизнь нам только снится. В общем, тянуть я не буду. Я тянуть не буду. Мы сейчас прям собираемся экстренно в клинику и надеемся на вас и на вашу помощь. Я очень прошу вас, лайкайте, пишите комментарии, девчонки. Леночка, Олечка, кто там очень активно участвует на канале, спасибо вам огромное. Спасибо, что продвигаете канал, что помогаете каналу. Спасибо, что уделяете время, потому что вы все знаете, насколько я загружена. Вы знаете мой график, что мне абсолютно нету лишней минутки чем-то посидеть и поблагодарить. И поэтому спасибо всем и Мариане за то, что
благодарит, отписывается. Девочки, вы меня простите, кому не могу всем ответить, я вас всех читаю. Читаю я обязательно на ночь перед сном захожу, читаю ваши комментарии теплые. Но вот прям нету минуты лишней, совсем нет. У меня свои собаки, бедные, господи, дома брошены, потому что целыми днями просто реально круговерть. Очень прошу вас, пишите, лайкайте, комментируйте и будьте с нами. Спасибо вам за ваши добрые сердца, за искренние комментарии. С огромным уважением к вам и любовью, волонтер бездомных животных и приюта «Твори добро» Наталья.